дежурная служба МЧС, чем помочь? Здравствуйте. У нас, наверное, у соседей пожар. Адрес какой? Потому что Рокоссовского, 143. Видимо, это у соседей, потому что у нас очень сильный запах горелого. Машина к вам уже едет. Хорошо, ожидайте, подъедет пожарный. Спасибо. Лицистерна. Проспект Рокоссовского, 143, третий подъезд, пятый этаж, загорание в квартире, 039. Молния на приеме. У меня один университет, Рокоссовского, 143, квартира 43, третий подъезд, пятый этаж. Правильно, следуйте. Молния, БСИ. Молния на приеме. Рокоссовского, 143, пятый этаж, идет дым, слабая концентрация. 048, проверьте 44 и 30 квартиры. АБР-3, я молния прием. Лидер 3 звонит на 101. Журнал службы МЧС. Алло, начальник смены, отвечать. Да, слушаем вас. Загорание было в одной из комнат. Дальше. С дивана, там постельный принадлежность. Какая площадь там? Ну, приблизительно где-то метров 5-7. Угу. Там 7 метров квадратных. Квартира полностью закупчена, правильно? Да, и подъезд тоже, стены, потолок. Уточните по поводу погибших. А значит, одна женщина и двое мужчин, правильно? Нет, двое, две женщины. Две женщины и один мужчина, да? Да. Так, это все они с этой же квартиры? Да. Они все надышались, получается? Ну да, ожоги есть. Частично ожоги и надышались, да? Да. Поняла.